Те, кто случайно забрел на мое видео в YouTube, в этом видео хочу показать вам еще один риф, который играется на акустической гитаре. Вот. Ну, либо на классической гитаре, что по сути одно и то же. Итак, давайте выучим с вами этот риф. Я думаю, что звучит он довольно-таки мелодично. Вот. Причем сама фигура, которую мы будем использовать здесь в игре медиатором, довольно-таки интересная. Давайте сразу начнем с этой фигуры. Что мы сыграем в правой руке? Мы сыграем пятое, четвертое, третье, потом пятое, третье, четвертое, пятое, четвертое. Еще разок. Итак, в этом рифе у нас будет 4 аккорда. Аккорды, которые мы привыкли играть на электрогитаре, это будут квинты. То есть это аккорды, которые будут состоять всего лишь из двух зажатых струн. Остальные струны, которые мы будем использовать, они будут открытые. Итак, давайте начнем с первого аккорда. Это пятая струна на седьмом ладу указательным пальцем. И четвертая струна на девятом ладу третьим пальцем. Пятая на седьмом, четвертая на девятом. В правой руке мы играем два раза подряд вот эту фигуру. Пятое, четвертое, третье, пятое, третье, четвертое, пятое, четвертое. И еще раз. Итак, раз. Пятая здесь у нас будет зажатая на третьем ладу, а четвертая уже на пятом. В правой руке мы будем играть абсолютно то же самое. Пятая, четвертая, третья. Пятая, третья, четвертая, пятая, четвертая. Тоже два раза. Итак, первый аккорд. Это пятая на седьмом, четвертая на девятом. Пятый на третьем, четвертый на пятом. Переходим к третьему аккорду. Это пятый на десятом, а четвертый на двенадцатом ладу. В правой руке мы будем играть абсолютно то же самое. Пятый, четвертый, третий, пятый, третий, четвертый, пятый, четвертый. Тоже два раза. Первый аккорд. Второй. Третий. И
аккорд. Четвертый аккорд – это пятая струна на пятом ладу и четвертая на седьмом. В правой руке мы сыграем абсолютно то же самое. Пятая, четвертая, третья, пятая, третья, четвертая, пятая, четвертая. Тоже два раза. Итак, у нас получилось четыре аккорда. Вот, играть эти аккорды я советую вам, вот, например, когда вы зажали первый аккорд. То есть вы зажали пятую на седьмом и четвертую на девятом. У вас получился в левой руке указательный палец и третий. Потом вам нужно будет сыграть второй аккорд. И чтобы его сыграть, вам не нужно убирать пальцы со струн. Вам нужно их просто вот так вот отжать, но не убирать от струн, а просто отжать и передвинуть до третьего лада. Потом здесь точно так же отжать и передвинуть до седьмого. Потом здесь точно так же отжать, но не убирать со струн, чтобы потом заново не ставить. Тоже отжать и передвинуть до пятого. То есть не убирать струны, точнее не убирать пальцы со струн, а просто передвигать эти пальцы по струнам. Просто нажимая и отжимая. Итак, у нас получилось 4 аккорда. Итак, играйте и наслаждайтесь музыкой.